А тем временем на сцену готовится выйти Дарья Котова. Это ее вторая попытка на шоу «Фактор Бай». Интересно, что же ей скажут судьи? Здравствуйте, Дарья. Здравствуйте. Мы... Может быть, мы знакомы? Да. Да? А где мы с вами познакомились? Возможно, в эфире «Фактор Бай» в прошлом году. Здравствуйте, меня зовут Дарья Котова. Я бы сказала, и снова здравствуйте. Ну вот в этом году решила еще раз к вам приехать. Ну, в общем, я пела песню на лабутенах. Ну так, я пою, водил меня Серега. Смотрю, так Серега-то сидит. А почему он сидит, если он меня водил? Непорядок. Ну, в общем, я решила его пригласить на танец. Было видно, что он немножко был в шоке, мягко сказать. Что творил Серега в этот момент? Мне можно было ничего не делать. Он все сделал сам. Мы вошли в историю. У нас это было. Тренировочный лагерь – это вообще отдельная история. Отдыхать еще рано, потому что вы едете дальше. Я была рада, что прошла дальше. К сожалению, я проснулась утром, и у меня не было голоса вообще. Не могла разговаривать, я даже шептать не могла. Максимально все, что могла сделать, сделала. К сожалению, на тот момент сложилось так. Я хочу, чтобы вы заняли место Дарьи. Почему вы все-таки вернулись на этот проект? Вот это вот послевкусие, оно мне не давало как-то покоя. И мне, наверное, хотелось закрыть этот гештальт. Ну, а на этот раз я вернулась, чтобы заставить танцевать всех. Вы нашли ключик к одному из самых серьезных членов жюри того сезона. Мы, конечно, не претендуем на самых серьезных, но, тем не менее... Намек поняла. Замочки имеются. Хорошо. Пускай получится. Книг сотни страниц, мир сказочных лиц, рифм строгая власть, но я спешу к тебе и строг судьбу сложить. Кто ты, мой новый герой? Но я, пожалуй, пойду.
Слушайте, это было круто. Я сразу подумал, что эта песня вам мало, а вы круче. Но потом я подумал, да нет, эта песня сейчас обретает новый виток популярности, и вы ее по-своему сейчас преподнесли. Несмотря на то, что я не танцевал, я получил удовольствие. Спасибо, да. Благодарю. Когда-то в школе я участвовал в вокальном конкурсе и пел песню. Там было, по-моему, 7 куплетов. И я забыл 4 из 7 куплетов. Но меня спасало. Все вместе, давай! И я выиграл в этом конкурсе. И я сейчас это же почувствовал, понял, насколько важен артистизм. Я говорю вам «да». Я периодически говорю «нет». А сейчас я периодически скажу «да». Дашенька, и в данной ситуации от моего мнения ничего вообще не зависит. И все-таки. Потому что ваша судьба уже предрешена моими дорогими коллегами. Замечательно, круто спета. Видимо, это ваша судьба в этом проекте. Не знаю, хотели вы сюда, когда шли этого или нет. У нас создалось впечатление, что хотели. Да. Да, да. То есть вы говорите «да». Я говорю вам «да». Спасибо. Тогда welcome на Factor Byte 4. Спасибо огромное. Как я рад тебя видеть, обалденно. Год спустя, да? Слушай, я знаю, что ты переживала о смене наставника. Это было для тебя неожиданностью, и ты практически отказалась от выхода на сцену, от проекта. Это был секрет. У меня остался такой незакрытый гештальтик с прошлого года, что с недосказанностью. Но, у меня теперь новый герой, и все хорошо. Буду рад видеть в тренировочном лагере. Спасибо большое. Удачи тебе.